Велени ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Я ищу одного человека. Зовется Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жжёнки. Текай отсюда. Я черный вход открою. Я еще не допил. Корчмарь! Водки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил? Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть, или тебе язык ножом развязать? Я человек, который не любит, когда мешают пить водку. Слыхали? Его милость выискался. Может, тебе и сапоги вычистить? Не годишься ты мне сапоги чистить. Волос! Ты слыхал то же, что и я? Идите отсюда нахер, а то убью. Хватит с меня! Знаешь, что будет, как барон разузнает об этом побоище? Вырежет всю округу. Никто про чужака-мутанта слова сказать не успеет. Барон царскаться не станет. Где Гендрик?
Не понимаешь, что ли, о чем я толкую? Барон такого не простит. Успокойся, твой барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. Так где Гендрик? Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, имперцы напали. Кто такой Гендрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Выйди черным ходом. В деревне бароновых людей еще больше. Обо мне не беспокойся. Не хочу я нам новых хлопот. На! Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Ну что, паскуда? Спокойно, все уже кончилось.
Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Хаты не разграблены. Здесь не разбойники бывали. Это выглядит так, как будто мгновение назад здесь кто-то был. Что бы ни случилось с жителями, это произошло очень быстро.
Вокруг следов лед. Правда, что ли? Отлично. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу его штаны. Не гнутся, словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Ценные вещи валяются просто так. Он сошел с ума или... Интересно. Учетная книга, плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди счетов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемое. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза.
Что ты человек бывалый. Так скажи мне, хватит ли бабу раз в неделю лупить? Или больше надо? Мой дед снова потащился к этой колдунье. Говорю тебе, она какие-то проклятия на них насылает. И силу живую высасывает. Вот и мой мужик, как от ней вернется, знай, только перед хатой сидит и в зубах ковыряет. Ничего по хозяйству не делает. Даже бородавок нет. Да и волос у нее не седой. А значится, и в голове ничего нет. А ты почем знаешь, если к ней не ходишь? Да, люди говорят. Я-то сама не любопытна, но если говорят, так слушаю. Я ищу местную колдунью. Вот и ищи себе. А я ничего не знаю. Ну, дала. И взяла немного. Может, и мне к ней сходить? Как идти-то? А по тропинке вдоль пруда говорят, и дальше до одинокого добрые, камня. Хозяйки милостивые. Обойдешь его и поворачивай направо в лес. А потом только прямо. Как заметишь в лесу брошенную телегу, это тебе будет знак, что идешь куда надо. Ну, ведьму я как-нибудь найду. Сожрет его змея лесной. Дракон ужасный, семи глава. Что нужно делать, чтобы получить такой мир? Рыбушек у меня от этих решеток. Внимание не позволяет с чужими разговаривать. Амулетики? Безоарчики? Может, черепаший камень? Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечные камни, надежные средства в ненадежное время. Thank you.
Прощай. Амулетики? Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Хозяйки добрые, хозяйки милостивые. Столько доверия в людях.
Не хочешь сыграть? Большой камень у пруда. Камни есть. Теперь направо и до телеги. Покажи, что умеешь. Телега. Ведьмина хата где-то рядом. Госпожа, коровенка, значит, с говна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду околели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. Полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. 100 раз спасибо.
А теперь довольно. Хватит на сегодня, идите по домам. Госпожа сегодня не милостивая. Лучше в завтра зайти. Не судачьте про нее. Она же наказать может. Вот разъярилась, сука такая. Мужика ей надо. Есть кто дома? Обычная мазь, ничего особенного. И куда она делась? Обычная свечка. Она собрала неплохую библиотеку. Нарисованная мелом пентаграмма. Нечасто в Велине встретишь такие побрякушки. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Так-так, а здесь мило.
Привет, ведьмак. Тут еще. Где? Ты поглазеть сюда пришел? Нет, поговорить. Ха. Отвернись и подожди. Кейра Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во 100 крат сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это бывшая советница короля Фольтеста. Какая прелесть! Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело? У тебя есть какие-нибудь вести о чародейках из ложи? Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. И ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответит. И кто будет слушать? Я просто обязан тебя спросить. Что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепой? Ты не видишь, что ли, что творится в мире? Ты о гонениях на чародеев? Да. Я говорю о новом увлечении Родовида. Он уничтожает всех, кто занимается магией. Ты что, не слышал об охотниках за колдуньями? Убийцы прочесывают север вдоль и поперек. Жгут манускрипты, вешают ворожеек, пытают травниц. Как тебе роль деревенской колдуньи? Кошмарно. Безграничное почтение окрестных крестьян тебя не радует? Они уважают любого, кто сумеет изготовить мазь от геморроя. Ты ведь давно уже здесь. Достаточно, чтобы покрыться плесенью. Ты не представляешь, как я ненавижу это место. Выбрала странное место для укрытия. Я не выбирала. На севере люди Родовида ловят чародеек, как рыбу в пруду. Юг занят Нильфгаардом. Куда мне было бежать? Император держит чародеев на коротком поводке, но от ремесла не отлучают. Родовит и Эмгыр отличаются всем, кроме одного. Оба они ненавидят ложу чародеек. А я входила в ложу. Ну, к делу. Я ищу одну девушку. Какую? Которая, как говорят, перешла дорогу местной колдунье. Что за вздор? Местные девки ни за что бы не осмелились со мной ссориться. Она не местная. Что-то ты темнишь, Геральт. Если тебе нужна помощь, скажи, о ком идет речь. Кого ты ищешь? Цири. Цири? А, тогда понятно, почему у тебя такая таинственная мина и насупленные брови. Говоришь, она поссорилась с какой-то ведьмой. То есть ты ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. Что они говорили? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Не знаю, какая у тебя ставка. 500 яиц, 3 ощипанных курицы? Ставка растет с каждым твоим словом.
Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько ехидства. Близость к природе должна была тебя очистить, успокоить. Ты знаешь, природа смердит. О, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами Скаятаэль, а эльфский чародей. Что мог делать в Велине эльфский чародей? Я пыталась его расспросить обо всем. Еще бы. Но ты же знаешь этих эльфов. Он спрашивал куда больше, чем отвечал. Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но... Он мне понравился. Умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать? Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле Подлесья. Это деревушка такая. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не отдал. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цирилой. Можем отправляться? Да, идем. Пришли. Ты уже была здесь? Нет. Я надеялась, что эльф вернется, как обещал, или появится эта его девушка. В любом случае, я понятия не имею, что нас ждет. Ну, давай выясним. Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Но полюбуйся на несуществующее. С ними навигатор. Что? Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт быстрее! Не уверена, что мне все это нравится. Чёртовы порталы. Интересно, где сейчас Кейра? Ну что, паскуда?
повешу твою башку у седла. Кейра! Geralt!
Ветки! Лила! Герман, сделай что-нибудь, а не выползай на окно! Используй страх или бомбу, ну что-нибудь! Успокойся, это же просто крысы! Ненавижу слово «крысы»! Боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Не представляю, как они попали на ту сторону. Всадники телепортируются по-другому. Для этого у них есть специально обученные чародеи, навигаторы. Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Я рисковать больше не стану. Идем, охота нас опережает, но мы еще можем их догнать. Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно! Я должен понять, зачем здесь дикая охота. Мы собирались навестить эльфского чародея, а не драться с дикой охотой. Если они доберутся до него первыми, у нас уже не будет шанса с ним поговорить. Кроме того... Ладно, делай, как знаешь. Постой, постой. А что ты так привязался к охоте? Может, дело в Цири? Ты ведь не все мне рассказал, так? Идем со мной, и я расскажу. Может быть. Ты всегда такой? Я начинаю сочувствовать Трис и Йен. Ну да ладно. Пошли. Велоглан! Ларена Люнет. Это он! Это эльф! Арвах Твагладев. Что это было? Иллюзия? Нет. Морфопроекция. Какая проекция? Нечто вроде почтового ящика для чародеев. Куда надежнее обычного письма, которое может перехватить кто угодно. Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Доран. Да, эльфы так называют Цири. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, оно простенькое. Меч Цири носит имя Зираэль, ласточка. Простенькое? Кто кроме тебя может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири. Твоего появления он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился. Будем надеяться, дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Ну хорошо, идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Осторожно! Эти маслянистые желтые испарения ядовиты. Я знаю. Ты, сестра Чок, я узнаю. Рассказывал, что когда научился накладывать игли, пошел тренироваться на этих грифах. Скверная идея. Ну как, вижу. На молодых ведьмаках раны заживают быстро. Пойдем.
Очень свежа. Зря не окунулась. Скажи, что умеешь.
ласточка. Значит, мы идем правильно. Столб с проекцией. Израиль, не for the sole SRN, а из силы кельпи. Кельпи? Это какой-то морской монстр? Нет, так Цири назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать, как демон. Хм, хорошее имя для лошади. Так что, попробуем найти? Велатлан! Не for the celestial air. I'm silly guilty. Морское чудовище. Напоминает Кейрона. Геральт, что это? Очередная ловушка, чтоб меня. Сомневаюсь, кто из вас настоящий. Не отвлекайся. С тобой когда-нибудь такое случалось? Ну, нечто подобное. Когда-то давно один доплер попробовал в меня превратиться. Ну и что? Ему не понравилось. Доплеры по натуре очень добрые.
Силуэт охотничьей собаки. Ничего общего с Кельпи. Обязательно хватать все подряд. Геральт, все в порядке? Допустим. Рисунок лошади. Наверное, подсказка для Цири. Еще лошадь, почти такая же. Посмотрим. Не знаю, что ты сделал, но все получилось. Возвращайся. Смотри, они открываются. Этот телепорт. Ах, вот почему я приземлился в гнезде утопцев. Радуйся, что ты вообще вышел из него живым. А потом все удивляются, почему я не люблю телепортов. Попробуем его активировать. Кажется, это ласточка. Подействовала. Идем. Думаешь, это безопасно? Конечно. Эльфский чародей готовил этот проход для Цири. Ну, иди. Гвеллатлан! Ужасно тихо. Это плохо? Похоже на затишье перед бурей. Не нравится мне это. Просто замечательно. Черт! Знала, что мы справимся. Да? Могла бы предупредить. Не стоит пренебрегать моей интуицией, ведьмак. Например, в твоем отношении у меня очень хорошие предчувствия. Во многих смыслах.
что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Все зависит от нее. А ты представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она теперь выглядит? Нет. Прости, меня занесло. Я иногда забываю, что мы не настолько близко знакомы, чтобы разговаривать о личном. Не огорчайся, мы на правильном пути. Снова какие-то предчувствия? Еще какие? Сдохни! Зараза! Там телепорт. Надо активировать его побыстрее. У меня такое ощущение, что нас ждет следующий голем. Еще ласточка. О, получилось! Идем. О, мы на другой стороне моста. Здесь и была дикая охота. Отлично. Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Это дело рук дикой охоты. Они уничтожили страх чародея. Значит, они сюда не в гости приходили. А ты сомневалась? Их заморозили, они и сделать ничего не успели. Шарам! Эссе-Исе! Товар Дойле, Милин Ихамар. Шентамир! Белый ход.
Его вызвал чародей Дикой Охоты. Ты сумеешь закрыть щели, из которых он выходит? Слишком далеко. К ним сначала подойти надо. Попробуй вызвать Бурун, Деметий и Крест. Держись ближе! Остался последний.